Команда Александра в прошлом году победила на финале четырех, который проводился в другом городе. Сейчас ребята своего призового места уступать не стали и в очередной раз одержали победу. Только уже на домашней площадке. Звенигородские спортсмены обыграли все команды противников в финале первенства Московской области среди юношей по баскетболу. Подготовка будет к следующему сезону, потому что противники будут не самые слабые. Летом будут проводиться сборы с командой. И многие ребята сами подготавливаются, к примеру, ходят на площадки, смотрят многие матчи баскетбольные и, в принципе, развиваются. Подготовка шла прошлым летом, и на протяжении всего сезона ребята поддерживали себя в отличной спортивной форме. Регулярные тренировки, дисциплина и результат налицо. Тяжело добывается победа, но мы работаем над этим. И сейчас вот команда юношей 2007-2008 года прошла регулярный сезон без поражений и выиграла в полуфинале. Даже после такой победы команда из Звенигорода не привыкла расслабляться. Лето у парней уже распланировано. Многочасовые тренировки на сборах и, конечно же, оттачивание своего профессионального мастерства. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».